Этот малыш появился на свет несколько дней назад. Он родился 7-месячным, весит 1 килограмм 300 граммов. В 40% случаев такие дети нуждаются в введении сурфактанта. Такое вещество помогает новорожденным дышать. Этот малыш получил лекарство спустя 10 минут после рождения, рассказал Геннадий Моноченко. Через приблизительно 15 минут после его введения мы отметили значительное улучшение состояния работы дыхательной функции ребенка, что позволило нам в течение первых суток, в общем-то, перевести ребенка полностью на самостоятельное дыхание, на более легкий вид респираторной поддержки. И в настоящий момент, как вы можете видеть, ребеночек дышит полностью самостоятельно. И на данном этапе жизнь ребенка вне опасности. Препарат используют как для лечения, так и для профилактики. В такой инъекции нуждаются все малыши, рожденные до 30-й недели беременности. С начала этого года в Макеевке его ввели 17 новорожденным. В последнее время из-за отсутствия централизованных поставок в нашем городе, к сожалению, эти препараты отсутствовали. Родители были вынуждены приобретать сурфактант в аптечной сети, но стоимость этого препарата не всем была доступна. И на сегодняшний день, благодаря руководству города, были выделены средства на закупку этого препарата. Один флакон такого лекарства стоит 5 500 гривен. Деньги на приобретение медикаментов выделили из городского бюджета. Теперь при необходимости малыши получат препарат бесплатно. Нашли препарат, хотя в области только 3 флакона оставалось, но вышли на фирму-производителя этого препарата. Это единственный шанс спасти ребенка в критической ситуации. И город, по сути, на себя берет эту ответственность. Далеко не каждая семья такую сумму может выложить для своего ребенка. В отделение реанимации для новорожденных 3-й городской больницы доставили 7 флаконов этого препарата. Еще 3 отправили в Макеевское педиатрическое объединение. Светлана Киктева, Руслан Ойков, «Панорама».